любимые, желанные, всегда радуемся тому, что вы у нас находитесь в нашем музее. Сегодня у нас, мне думается, очень приятное будет мероприятие. Ну, все, кто давно у нас бывает в музее, знаете о том, что у нас традиционно собираются люди, которые любят народную музыку, которые любят духовные песнопения и которым понятно и близко это творчество. Я должна сказать, что на этой усадьбе, мы с вами находимся на усадьбе, где вот уже почти 200 лет проживают члены семьи Чернышевских. Нам известно, это то, что нам известно, но известно многое, конечно, что с 1801 года здесь основалась семья, в которой потом родился Николай Гаврилович Чернышевский, где родоначальником рода был Гаврила Иванович Чернышевский, отец Гаврил, священник, приехавший в Саратов из Пензы после окончания Пензенской духовной семинарии, в которой он был оставлен сначала учителем, ну, а потом судьба распорядилась так, что он приехал в Саратов, женился на старшей дочери священника Голубева и получил наследство приход, который был неподалеку. Это была Сергиевская церковь или Нерукотворенно-Спасская церковь, где Гаврил Иванович служил священником, протоиереем. В Саратове он достиг многих церковных высот, был членом духовной консистории, был благочинным всех саратовских людей, человеком очень уважаемым. И свидетельством тому, что это был не рядовой священнослужитель, служит то, что он постоянно ощущал в себе благоволение губернатора губернии, губернатора Чулидзева, и был учителем его детей, был членом всех церковных советов, которые были тогда в городе. Ну, я надеюсь, вы уже поняли, что человек это был очень уважаемый. Так же, как и семья Чернышевских и родственная семья Путиных. Это были семьи, которые называли благословенными. Была прекрасная традиция в семье. И вот мы сейчас с вами являемся носителями этой традиции, когда собирались в гостиной в доме, пели народные песни, духовные стихиры. И это было одним из свидетельств близости этой семьи к народу, к народному быту, к народному искусству. И когда мы возобновили наши гостиные, мы решили, что будет очень хорошо, если в нашем музее, если на этой усадьбе благословенной, на усадьбе православной, будут звучать и духовная музыка, и народное пение. Поэтому мы сегодня с вами присутствуем как бы в гостях у семьи Чернышевских.